В рамках ежегодной оценки с использованием интегрированного индекса развития почты в 2023 году Узбекистан был признан восходящей звездой почтового развития, добившись значительного прогресса среди 172 стран-членов Всемирного почтового союза. Данная премия была вручена делегации нашей страны на 4-м внеочередном конгрессе, прошедшем в столице Саудовской Аравии. Сегодня почта Узбекистана – это более 3500 участков доставки по всей республике, около 8000 сотрудников, 25 авиа и 300 автомаршрутов. Организация обеспечивает население качественной и надежной почтовой связью, о чем свидетельствуют и успехи АО «Узбекистан Почтаса» среди 172 стран-членов Всемирного почтового союза. Согласно отчету организации, в 2023 году Узбекистан занял высокое место в индексе развития почтовой связи, поднявшись со 115 на 74, за что и был признан восходящей звездой почтового развития. Прошел Всемирный конгресс Всемирного почтового союза, на котором акционерное общество «Узбекистан Почтасы» получило премию «Прорыв года». Этому послужило несколько факторов. Основным фактором является цифровизация системы на «Узбекистан Почтасы», которая позволила нам за счет внедрения системы платежной системы «Авал», системы почтовой логистики, которые позволили автоматизировать процессы приемки, обработки, доставки. Все эти факторы позволили нам подняться в уровне 2IPD, а также в уровне развития почты со 2 до 5 места. Интегрированный индекс почтового развития ежегодно определяется Всемирным почтовым союзом. Так по каким критериям составляется рейтинг стран? При расчете уровня 2IPD учитывается 4 показателя. Это надежность, охват, значимость и устойчивость. То есть это показатели, которые позволяют теперь Узбекистан Почтасы предоставлять гражданам Республики Узбекистан более качественное обслуживание, обеспечивать более комфортные условия и возможность отправки отправлений, не выходя из дома. Уровень развития почты оценивается по 10-бальной шкале. Узбекистан Почтасы в этом году поднялось со 2 до 5 места. Мы надеемся, что в будущем, благодаря развитию наших сервисов, наших услуг, цифровизации, мы поднимемся еще на более высокий уровень. Почтовая служба должна быть быстрой, безопасной и удобной для населения. Как показывает практика, модернизация и внедрение новых технологий в сферу положительно отразятся и на международных рейтингах.